В ночь с 14 на 15 января на центральной площади возобновлено движение транспорта. Коммунальные службы города производили демонтаж елки и ледового городка. Как бы не хотелось прощаться с главным новогодним символом, но придется. 13 января нефтекамцы последний раз могли полюбоваться главной елкой города и ледовым городком во всей красе. Работы по демонтажу ледового городка начаты вчера ночью. Движение восстановлено в 2 часа. Утро 15 числа. Для вывоза задействовано более 10 единиц техники. Снег вывозится на специально отведенную снежную свалку. Окончательно работы будут завершены до 19 января этого года. Наблюдавшие со стороны за всем происходящим дети признались, что им будет не хватать елки и очень жаль, что ее убирают. Вместе с елкой уходит и чувство праздника, но осталось потерпеть меньше года, и новогодние эмоции захлестнут снова.